Вот они, в первой двойке. Лола. Вот такое. Так, это у нас Рудик. Это у нас Люся. И Лола с Собакином. Она-то него чувствует запах собачий. Уже потихоньку освоилась. Самый прыткий до нее это Сэм. Сэм, что-то вот как-то он до Лолы относится с недопониманием. Вот такой. Ой, наступил на Собакина. Так, ты. Грызет все подряд. Я ей дал волшебную тряпочку, та, которая была у Рыжего. Так сказать, перешла эстафета до Лолы. Вот такой заяц. И она трепает ее. А куда это мы побежали? А? Вот они, уже практически грань стертая. Со всеми котами у нее такая грань неприязни. А вот Пуня, ой, вернее, Сэм, не очень хорошо пока. Ну ничего, надо немножко времени. Куда это мы убегаем? А, Лола, уже не уследишь. Так, ладненько, вон тут Маша первая, Рудик догоняет. О, молодец, на когтики поточить. Сын там под забором крадется. Пуня где-то, ну, у Пуни свои кошачьи дела. Так как он у нас кот полноценный, поэтому его дома не найдешь. Заходит тут такой уставший, поспит, поест и опять по делам. А вот он такой попрыгунчик. Чудо! Как заяц бежит. То Руди как заяц бегал, теперь Лола как заяц бегает. Я ее, наверное, сейчас отволоку домой, туда, во двор закрою, двор закрывается. А затем пойдем пройдемся на озеро. Мне очень интересно, как оно видоизменилось. А, извините. Она как раз по своим делам пошла. Сейчас подождем, глянем как раз на крокусы. Посмотрим. Сегодня Рыжий притащил маленькую мышку, такую где-то. И он давай играться, и то выпустит, то поймает, то выпустит, то поймает. Кошмар. Она там забегает то за саундбар, то еще куда-то. Так, ты чудо чудесное. Ты пойдешь домой. Пойдем. Сейчас. О, ой, извините. Извините. Отнесем малыша домой. А сами пойдем прогуляемся. Потому как ветер. Ну, я, честно говоря, боюсь его туда, пока мы до воды. Близко подпускать, не знаю, как шуганет там, не дай бог. Видите, какой он пружинка, бороду лижет. Не выпущу я тебя, ты смотри какой. Сейчас отнесу и пойдем. Так, на маленьком озере слева все растаяло. Тут движуха на озере. Мама, не горюй. О, видите, прям, вот, прям понад берегом утки полетели. Так, надо пройти, надо, не могу струбцину найти, которая фиксируется, может, чтобы скрыть на камеру поставить, потому что на столе, я не знаю, боюсь оставлять, дабы чего не вышло. А здесь час сидеть, охранять камеру, да и утки не подойдут. Ну, поняли, чтобы записать этот таймлапс с жизнью на озере. Ну, мы это сделаем. Я придумаю, как. Люся, все, уже прыгать некуда. То она вчера сиганула. Смотрите, как за день растаял лед полностью. Вон там маленькая крыга. Маленький кусочек льда остался. А так озеро все растаяло. Это хорошо. Вот видите, как мелко. Вот трава. Она не высокорослая, если так можно выразиться, к водяной траве. Она не сильно большая. И вот эта глубина здесь такая. Не знаю, ну может метр. Но здесь дно не твердое.
вот примерно вот туда становишься и все, и по самой не хочу уходишь в эту, в Багнюку, в ил, другими словами. Смотрите, как ветер подгоняет волны. Сейчас около 7 градусов тепла, это на протяжении всего дня такая вот температура теплая. И поэтому у нас все растаяло. Вот так выглядят облака. Вон есть небольшой промежуток голубого неба. Красиво все равно. Ух, и ветер. Бывает вот какое-то состояние воды. Даже вот барашки нагоняют, вода пенится от небольших таких волн. Сейчас тут просто такие гребни заворачиваются. А то прямо аж такая пена идет. Не знаю, в связи с чем это. Вон утки, одни головы на волнах качаются. Сейчас попробую приблизить. Вон они там, стайка целая. Видите, как ветер колышет. Так, а тут тоже своя жизнь. Кто это тут? По хвосту узнаю, это Люся. У нее такой тоненький, короткий, длинный хвост. Да, это у нас Люся. Это у нас Маша. Маша услышала, что ее назвали имя, и сразу отвлекается. Да, маняня? Маня. Ух ты, мордаха. Ух, у него глазища такие желтючие. Они куда-то туда смотрят. Там, наверное, собаки бегают. Потому что мой пес здесь. И они туда чего-то боятся. Не бойся, я с тобой. Помните, такой фильм был? Ой. С запоем смотрели его. Не вижу, кто-то ходит, а кто не вижу. Здесь все больше раскрывается. Почки на вербе. Вчера встретил своего подписчика и зрителя моего канала на микрорайоне Артема. Ездил туда по делам. Говорит, я видел, у тебя там верба есть. У дочки день рождения. Можешь? Да, говорю, без проблем. Если ты меня слышишь и смотришь, я думаю, смотришь. Набери в пятницу. Я дал свой номер телефона. И заодно посмотришь заповедные места. Вот, это тоже все верба. Вот она. Это все верба. Она прямо у воды растет. Да, не получится у нас вырастить из веточек. Хочу в парке посадить. В парке должна возле воды быть. Значит, копнем здесь какой-то из кустов и посадим, чтобы в парке у нас верба росла. Так, где-то фазан сидит, я его не вижу, но слышал только что отклик. Маня, пойдем. Манюня. Пошли домой. Пойдем, там вас ожидает пёсель. Ему жарко. Он так вытягивается, задние лапы вытягивает. Лола, когда спит. Ну а что ж, загоняю на полу прохладнее. Не, все равно залазит. Ох, тут смотрите, как красиво верба распустилась. Видите, такие коротенькие веточки, но уже более-менее раскрытые почки. Такое чудо растение. Собакин сидит, меня ждет. Домой пойдем? Ку-ку. Пошли домой. Идем, пошли. Пошли домой. Да, тебе там вкусняшка сегодня. Я купил в магазине у нас МК. Ну, короче, МК, я не забыл, как называется название. Там продается желудок. Такой в пластиковой тубе. Ну, запах он имеет, конечно, мягко говоря, отвратительный. Вот тоже куст вербы молоденький. Ну, собакам нравится этот желудок. Прям с ума сойти. Маня, пойдем. Манюня, догоняй, догоняй. Вот и сегодня моя ласковая. Пошли, пошли. Ты морда такая симпатичная. Лола, Лола,
О, собака опять вышла. Лола. О, ты божечки. Гляньте, как мы несемся. Опа. Тут Рудик выскочил. Лола, ты никак не нагуляйся. Ух, какая у нее стойка. Прям как на выставке. Оп, попу кинула. Рудик, все, ты уже освоился. В общем, они уже освоились. И начинают вместе играться. Пойдем, друзья, в дом. Всем хорошего мирного вечера. Всем огромное спасибо. Нам оплатили прививку для Лолы. Большое спасибо отдельное. Всем мирной ночи. Так, так, так. Смотрите, что делает. Остаемся на связи, друзья. Всем, всем пока.